Приветствую вас, ребятки. Мы, значит, короче говоря, продолжаем увлекательнейший геймплей по убиванию звероящеров. Я даже сейчас уже, наверное, не буду из лука по ним стрелять, потому что только стрелы переводишь, все равно им урон там практически не наносится, да? То есть смысла особого, как бы, во всем этом нету. Мы неплохо справились, зацените, да? Вообще, а? Всех троих отколошматили, при этом там даже без особых потерь. Кстати говоря, главное, что драконий ящер не прыгает сейчас вниз. Да. Хотя у меня со здоровьем сейчас очень плохо. Всего лишь 400 хп, даже меньше. Блять, их там еще пиздец сколько, ты зацени, а? Бля, это просто какой-то лютый пиздец. Ладно, давайте пить тогда экстракт лечения и покушаем уже парочку супчиков. Так реально, зацените, бля, там, блядь, мы только тут сейчас ебанули троих, там еще их, по-моему, трое или даже четверо. Блядь, еще ж откуда-то падал драконий ящер, то есть там где-то вверху еще должен драконий быть. Блять, я же, блядь, это я представляю тогда в натуре, сколько их будет у ледяного дракона, потому что у огненного дракона априори защита должна быть меньше, да, тут даже и пространство меньше, чтобы размещать где-то этих звероящеров. То есть я вообще думал, что я к огненному дракону именно попаду легко, да, то есть охраны там, думал, особо не будет, а тут, блядь, охраны, по-моему, больше, чем у каменного, это какой-то пиздец. Но у каменного-то ладно, там хоть есть действительно большой замок, большое пространство, есть что исследовать, а здесь что, блядь, тут ебаный подъем наверх. И они, блядь, за каждым углом понахуячивали по 3-4 звероящера, блядь, и там еще внизу их пиздец сколько, да? Я же, ну можно порадоваться этим сердцам, но это такая, это радость, блядь, не очень радостная, блядь, и извиняюсь за масло масляное, да, блядь, ну по-другому не скажешь. Пиздец, а. А, еще ж, блядь, пиздоватый прикол, они сверху атакуют, из-за этого у меня, блядь, вторые удары не проходят по ним, да. Зато они, блядь, блоки умеют у нас ставить, блядь. Маорики, блядь. Блоки, блядь, сука, ставить умеете, нахуй. Я же, вот у него топор достает, его драгатар достает, блядь, а мое копье нет. Ой, блядь. И вообще, я же, вот мне еще очень интересно, какой урон у этого драгатара. Вот реально, я вот сколько играю, блядь, сколько я ебусь со звероящерами, мне вот очень интересно, какой урон у драгатара, потому что это какой-то пиздец, я же, блядь. У меня сейчас копье, блядь, нехуевое, владение двуручным, там, да, ловкость, все дела, блядь. При этом я их должен хуячить, не знаю, сколько времени, блядь, да, чтобы хоть какой-то урон нанести, чтобы хоть какой-то минимальный, да, блядь, сука. Они меня реально, по сути, вот, блядь, ты пропускаешь 4-5 ударов. Почему же, как это раньше было, да, блядь, меня убивали там с 2-3-4 ударов, так это и сейчас, блядь, происходит. Хотя у меня запас здоровья выше, блядь, доспехи лучше. То есть, по сути, получается, что можно вообще себе запас здоровья не прокачивать и доспехи, да, потому что оно как бы, ну, его похую, блядь, что у тебя там большой запас, блядь, что маленький, да, что у тебя какие там доспехи, с какой защитой, да, там, блядь, тоже как бы все это похую, потому что у них эти драгатары, у них у драгатара урон, наверное, даже не в единицах, да, урона, блядь, у драгатара, блядь, там, наверное, знаете как, там, наверное, блядь, просто запас здоровья в процентах, сколько он снимает, вот, наверное, у драгатара, там, блядь, 40% до здоровья, то есть, похуй, у тебя будет 1 000 000 хп, он тебе 40% этого хп снимет с одного удара, вот и пиздец, да, вот мне кажется, что вот так вот он как-то и работает, потому что другого какого-то более-менее логического объяснения я найти не могу, этой хуйня, которая сейчас происходит, да. Ну серьезно, что не делай, блядь, да? Что-то не твори, как-то не дерись, блядь. Как не старайся, блядь. Тебя как убивали там с пары ударов, так и убивают, блядь. Ой. Зато ты, блядь, при этом, да, мутишь лучшее оружие, улучшаешь свои там разные, блядь, параметры. И как ты убивал этих звероящеров с хуй знает скольки ударов, так и убиваешь, блядь.
Так, мертвый охотник, сырое мясо, вино, огненная крапивушка, шкура волка и 44 золотых. Блять, не чтобы хоть там была хоть какая-то там... Да даже шкура кабана, по-моему, и то выше ценится, да, блядь, нет, блядь, шкура волка, блядь. Че он на ней делал, блядь? Залупу свою обматывал, что ли? Блядь, пиздец, там их еще трое, это, блядь, это пиздец, а? Иван, давайте сейчас попытаемся их как-то выманить, может быть, по одному там, да, или по двое хотя бы. Тут уже вся эта дорога наверх к дракону, она усеяна трупами звероящеров, блядь. О, ну вот, вроде только один бежит. А, нет, двое. Ну, двое, не трое, в любом случае. Хотя, блядь... Ну да, хотя дела все равно не очень хорошо. Блядь, вот, вот как? Вот в двух словах, как меня сейчас ебанули? Я не понимаю, блядь. Вот, блядь, кто-то может мне объяснить? Пиздец. Интересно, вообще когда-нибудь наступит такой момент, когда я буду играть в возвращение и не охуевать от происходящего, блядь. Потому что мне кажется, что такого момента никогда не наступит, блядь, что это так все время так и будет, блядь. Просто будешь играть и охуевать от того, что творится в этой игре, блядь, да, блядь. Ты, блядь, упал вниз, стоишь с копьем, блядь, этот хуй падает, на ходу как-то пиздит своим топором, который достает тебя на любом расстоянии и сносит по 40% запаса здоровья, блядь. Блядь, я в ахуе, блядь, какой-то, блядь, ниндзя-чебурашка настоящий, блядь. Один бежит. Вот все равно у меня хотя бы разок да достал, да, вот, блядь, вот все равно, вот как ты не старайся, как ты там не ебись, вот все равно тебя звероящер хотя бы разок, но коснет, вот никуда ты, братишка, не денешься, называется, блядь. Хуй знает даже, что сказать. Ой, блядь. Да, звероящер это пиздец, конечно, в этой игре. А, так вот откуда, наверное, драконий ящер взялся. Видите, там один драконий и два звера. И вот опять-таки мы убили одного звероящера, блядь, да? И то есть это всего, значит, в итоге там у входа стоит три звероящера и один драконий ящер. Это пиздец. Ну, единственное, что радует, да, что драконьих здесь вообще не было, только один час у входа, да, и... А так мы не встречали драконьих, были только обычные звероящеры. Это, реально, единственное, что еще хоть какой-то позитив приносит, блядь. Что хоть в этом плане не сильно много было ебатни. Ты один бежишь там, да? Да, це пиздец, конечно. Даже я просто реально, я перед тем, как его сюда идти, к огненному дракону, я думал, что само сражение с драконом, конечно, будет пиздец сложное для нас, но я думал, что, блядь, вот по дороге к нему мы спокойно пройдем, потому что я реально не ожидал, что им хватит ума вот в такой маленькой площади и хуячить столько противников, блядь. То есть, да, я реально не ожидал, что здесь будет столько звероящеров, блядь. Это просто пиздец, блядь. Сумасшедшее абсолютно количество звероящеров, блядь. Я же, мы, по-моему, когда к каменному дракону пробивались, по-моему, там и то было меньше, блядь. О, отлично. Ух-ух-ух. Да, придется опять, наверное, пить эликсир, да, других вариантов я не вижу. Опять вот, как он мне это все хп снес, я не знаю, честно. Вот мы с ним дрались, я вроде бы пытался ставить блоки. У меня вроде бы оружие длиннее, я ему должен наносить урон, но он при этом, по идее, ничего не может мне сделать правильно. Но вот при этом он как-то умудрился меня пару раз ебануть, и, естественно, его пару ударов меня чуть не убили, блядь. Потому что он вооружен драгатаром, да, блядь. Пиздец.
Ой-ой-ой, так, тут постоим, подождем, пока здоровье восстановится. Подождем, подождем, подождем. Да, реально, ребят, вот который раз повторюсь, единственный, наверное, вариант, как без бомбежки играть в эту парашу, это играть за кого-нибудь там условного некроманта, либо другого мага, да? То есть это еще куда ни шло. Остальное, блядь, я хуй знаю. Ну, правда, может быть, за силача нормально, я не знаю, я не пробовал. Ну, хотя мне кажется, что за силача тут тоже не очень весело будет, на самом деле. Во всяком случае, на суперхарде, да? Проще, конечно, чего вкачем, это 100%, потому что проще мутить хорошие доспехи, проще мутить хорошее оружие. Да, блядь. Но, в принципе, в целом, не сказать, что сильно проще. Давай, уебок, блядь. Блядь, у него еще и 3360 хп, это пиздец, да? Вот как он меня сейчас достал, блядь? Я ставил блок, вот какого хуя он меня сейчас коснул, блядь. Ой, блядь. Ладно, справились. Я же, блядь, 3300 с хуем хп, я же, блядь, пиздец просто. Для меня это какое-то колоссальное количество здоровья, на самом деле. А, и это еще не все, зацените, там еще он звероящер как минимум один стоит, но это как минимум, а скорее всего там за ним еще звероящеры, ну да. То есть там бежит просто хуево туча звероящеров. Ну все правильно, да, хули, блядь, так и должно быть, да. Так ведь куда интереснее играть, когда ты, блядь, пиздяришься со столпой звероящеров, они тебе пытаются зайти из-за спины, блядь, да. Все равно, что драться с толпой гоблинов, знаете, только за месть гоблинов тебе, блядь, хуячит противников в 20 раз круче гоблинов. Вот тут та же самая хуйня. Они тоже бегают вокруг тебя и заходят со спины, блядь. Только гоблин при этом тебе там сносит, блядь, на данный момент, возможно, с одного удара, блядь, хп по 20, а эти долбоебы, блядь, по пол хп нахуй сносят, блядь. Ой. Ну чё, будем опять, блядь, продолжать увлекательнейший геймплей выманивания звероящеров по одному и по двое, да, потому что ты тут иначе хуй пройдешь, вот, да, вот будем опять бежать по спуску вниз, ждать, пока кто-то из них отстанет. Да, охуенный геймплей. Побежали, блядь. Аль, он вроде... А, нет, бегут. Ага. Отлично. Так, одним меньше звероящером, отлично. Да и вот так вот сейчас будем вот опять по долбоебскому, блядь, бежать, выманивать, да, блядь, миллион раз так проделывать, короче говоря, блядь, пиздец, а. Вот я живу, так охуенный геймплей, да, блядь. Потом с драконом надо будет проделать одну и ту же хуйню миллион раз, да, блядь, пиздец. Надо будет, нахуй, перекатываться как колобок, блядь, уворачиваться от его охренних залпов, что называется. Да, хуячить его этих братишек, блядь, призывных, блядь. А ну его нахуй, да. Я ж, выходит, стою ниже, он на возвышенности, а я стою ниже. Из-за того у меня уже шансов, в принципе, нету вообще нихуя, блядь. Слава тебе, Господи, блядь. Ой, блядь. Ну чё, может, тоже последние были, кстати говоря? Или там еще, блядь, человек 20 стоит, нахуй. Ща проверим, блядь. О, вроде все. Ахуя, блядь, все. Какое там, блядь, ты шо? Там их еще хуево туча, блядь, да. Чтоб ты, блядь, не сомневался, нахуй.
А, еще и драконий бежит. Ну правильно, все правильно, да. И меня ебанул с одного удара, да. Не, ну все правильно, да, Анатолий, как, а какой интерес было бы вообще пробираться бог к огненному дракону, если тут бы не поставили 20 тысяч звероящеров по дороге. Ну, блядь, вообще, нахуй, нахуй такой геймплей нужен был бы, да, игроки просто бы забрасывали, потому что интереса абсолютно никакого. Вот другое дело, когда ты бежишь, блядь, и тебе по дороге надо переебашить сначала 20 тысяч орков, блядь, потом 50 тысяч звероящеров, нахуй. Они там за каждым углом стоят по 20, по 30 человек. Человек, блядь. Вот это, блядь, охуенный геймплей этот, блядь. Да скольки интересно, блядь, играется-то, да? А если еще учитывать тот момент, что ты, блядь, как бы и перед этим такой же хуйней занимался, по сути, все, весь свой геймплей возвращения 2.0, ты только этим и занимаешься, да, что ебашишь скелетов, орков и звероящеров в количествах по 20 тысяч, нахуй, блядь, то это вообще охуительно становится, да, какое разнообразие геймплея, то есть сначала ты убиваешь дохуя орков, потом ты убиваешь дохуя звероящеров, а потом так же само по новой, да, опять дохуя орков, опять дохуя звероящеров, блядь, это ж пиздец, как интересно, да? Охуенно, охуенно вообще, блядь. Мне интересно, реально, сколько будет звероящеров возле ледяного дракона. То есть, блядь, 50 тысяч или 80, блядь. Ну, хотелось бы, чтобы 1090, да, так было бы интереснее, конечно, намного. Вообще, весь геймплей преображается, на самом деле. То есть, вообще, вот как они до этого додумались, да, это ж пиздец, да. То есть, это ж, блядь, это ж нихуя себе надо фантазию иметь, да, вот, чтобы хватило ума, блядь, вот, напидорасить так много звероящеров в одну точку, блядь. И вообще каких-либо противников, блядь. Это, блядь, талантище, блядь, да. Чё там и говорить-то? Охуенно, охуенно, блядь, да. Мне вообще интересно, кстати, сами разработчики, вот, пираньи, да, вот, блядь. Разработчики Гатана, там, вот, да, вот, блядь. Они, интересно, видели вообще это возвращение 2.0? Просто вот как оно им, блядь, зашло? Мне, блядь, самому интересно. Так, да, двое сагрева, сейчас будем их выманивать. Ой. Они там, наверное, плакали, когда видели эту вот эту модификацию, да, вот, блядь. Просто сидели, плакали, думали, сука, что вы делаете с нашим ребенком, нахуй? Ироды, блядь, проклятые, да, нахуй? С нашим детищем, блядь. Сука, преступление против готики, нахуй. Вот у этого тоже почти 4000 хп, зацените. 3000. А обычный рядовой моб, да, это не босс, не кто там, блядь. Это обычный рядовой моб, нахуй, который ты встречаешь в игре, хуй его тучу, блядь. У него 3850 запас здоровья общий, да? То есть это пиздец. Блять, у меня уже как-то коснуть умудрился. Я в ахуе, честно, я просто в ахуе. Вот как это сейчас вообще произошло? То есть я с ним дерусь, блять, вроде бы все спокойно получается, он меня при этом уже умудрился разок коснуть, потому что у меня было 400 с чем-то хп, а потом вообще убил. И вообще, ну вот, блять, это пиздец, человек, чувак мне сносит с одного удара по 500 хп. Я в ахуе, при моих доспехах, блять, при том, что я пил эти эликсиры защиты тролля, да, при моем запасе здоровья, он меня, блядь, реально, он мне, ну, по запас здоровья здесь, конечно, не в тему, но все равно, да, вот мне, блядь, с одного удара сносит это по 500, по 600 хп, это пиздец. Какая здесь должна быть защита, блядь, от клинков, да, вот там, блядь, от рубящего урона, блядь, чтобы ты получал хотя бы по 100 или по 200 урона с одного удара, блядь. Я же, здесь либо должны быть какие-то доспехи, нахуй, с защитой, блядь, от клинков 20 тысяч, нахуй, я хуй знает, либо запас здоровья 1020 у тебя должен быть, чтобы более-менее комфортно играть в эту залупу, блядь. Это пиздец какой-то, реально, блядь. Ты уже там прокачался, я не знаю как, тебе надо этого драконьего ящера уебать копьем, не знаю сколько раз, чтобы убить. Да, блядь, нахуй. А зато ему тебе надо буквально 2-3 раза рубануть, и все, и тебе пиздец. Блядь, я просто в ахуе, блядь, я не... Причем, ладно, если ты как-то пропускал бы эти удары, как-то там еще логично, да, ты же их реально пропускаешь, блядь, просто потому, что так игра захотела, блядь. Пиздец просто какой-то. И вот по правде говоря, я вот сейчас пока добрался до этого огненного дракона, я уже так заебался, что я уже с самим этим огненным драконом драться уже и не хочу, потому что у меня уже сил никаких нету, да? Я уже так заебался от этой параши бесконечной, от этой бредятины, блевотины, хуйни, уебочной обоссанной модификации, да? Что мне уже не хочется ни с каким драконом драться, блядь.
Тем более, что там же тоже сейчас будет то еще задротство, блядь, да, вот это, блядь, дракона убить, это здесь вообще, это не сложно, это просто супер задротство получается, вот и все, блядь, да. И сейчас этим супер задротством надо будет заниматься, блядь. Это просто лютый пиздец. Ну. Ой, блядь. А эти хащи, походу, хуй по одному выманишь, я так понимаю, да, блядь? А ну вас нахуй, если честно, блядь, какой-то, блядь, пиздец, нахуй. Бегут они за ручки, два гуся, два педика, блядь, да? И ты хуй, блядь, по одному их выдернешь, блядь. А с двумя сразу драться, ну это пиздец, потому что у одного из них запас здоровья почти 4000 хп, блядь, и при этом он тебя убивает с двух-трех ударов, блядь. С ним один на один-то драться полный пиздец, а вы хотите, чтобы я сразу с двумя дрался, блядь? Ну? О, блядь, да неужели, нахуй, еще и звероящий сагрился, вообще идеально, блядь. Опять нажимал кнопку Е, да, чтобы он, типа, к боковым ударам его ебанул, он какого-то хуя не захотел, в итоге я еще и пропустил удар, опять-таки пропустил удар на абсолютно ровном месте, блядь, да, я же, потому что я, блядь, как бы наносил ему удар, но, блядь, игра не захотела, чтобы я сейчас ударил, ну, блядь, пиздец. Тут драгатар валяется, давайте подберем. Ой, блядь, ну, по крайней мере, чуваки, этот момент настал, мы уже пробились практически к огненному дракону, нам осталось только этого драконьего ящера завалить, у которого 4000 хп, блядь, да, и уже там проход к нему открыт. По крайней мере, этого можно порадоваться, потом, наверное, поспим до рассвета, потом с ним перетрем, ну и посмотрим, как там с ним обстоит дело, а в следующем, наверное, уже будем его убивать, хотя, может, и в этом выпуске мы его завалим, хрен его знает. А вдруг нам этот огненный дракон дастся просто? Потому что я сначала думал, что нам каменный дракон дастся куда тяжелее, чем болотный. А видите, оказалось наоборот. Потому что с болотным я проебался куда больше времени, куда больше нервов потратил. Да и ресурсов, собственно говоря, тоже. А каменного, в принципе, мы там без особых даже заебов завалили. Ой. Давай, выходи бороться, братишка. Ну серьезно, это ж каким надо быть имбецилом, блядь, да, чтобы сделать обычному рядовому мобу, блядь, да, почти 4000 запаса здоровья, блядь. То есть ты дерешься с обычным мобом, которых тут в игре дохуище, да, и такое впечатление, что ты дерешься с каким-то мини-боссом, блядь, на самом-то деле, да, потому что, ну, реально, блядь, по-другому это не назовешь. Как можно делать обычного моба, блядь, 3850 хп, блядь, запаса здоровья, это пиздец, блядь. А я же не удивлюсь, что потом мы будем таких противников встречать пачками, да, там, блядь, по 10, по 15, нахуй, в одной точке, блядь. Наверное, в конце игры что-то похожее будет. Блядь, а я говорил то, что мы уже пробились к огненному дракону. Охуеть просто можно. Блядь, да это какая-то бесконечная хуйня какая-то. Вы зацените, ты их ебашишь, 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 а их меньше не становится, блядь. Я уже реально думал, то, что это был последний, то, что сейчас поворачиваем, там огненный дракон. А оказывается, хуюшки, там их еще толпень, блядь, стоит. Но уже, кстати, можно поспать. Я тогда сейчас предлагаю, вот сколько мы там выманим. Или мы вообще никого не выманили? Походу, мы вообще никого не выманили. Да, вот сколько выманим, сейчас завалить. Ну, выманили мы, естественно, всех, да, потому что, а как иначе, блядь? Так, один готов. Второй готов, третий готов. Ну, по крайней мере, мы сразу троих завалили, при этом у нас даже запас здоровья более-менее. Да, потом поспим до утра. Хотя, может быть, давайте тогда уже всех добьем, потому что, может быть, теперь уже там в натуре их либо не осталось, либо осталось очень мало, то давайте уже посмотрим, что там у нас такое. Может, уже добьем их до конца.
Я же, это какая-то просто жуть. Я уже реально думал, что это был последний без звероящера. Оказывается, их там еще трое стояло, блядь, пиздец. Ну чё, все, закончились, блядь, я жру, это, блядь, уже не смешно, если честно. Мне уже, блядь, страшно бежать вперед. Охуеть, там еще он стоят, двое или сколько? Но это мы уже, по-моему, возле, да, возле дракона. То есть, по идее, эти двое уже должны быть последними. Если их там, конечно, двое. Потому что я что-то не могу толком разглядеть. Не, их там трое. А, какие там трое, их там хуево туча, убегаем, да. Сейчас будем выманивать их как-то там по одному, по двое, потому что их там тоже хуево туча. Я же, вот, блядь, пиздец, да, вот. Я этого не понимаю, правда, вот может кто-то там будет не согласен, потому что я часто в комментариях вижу всяких долбоебов, которые как бы не согласны, да, но я этого не понимаю, вот нахуя это делать, пиздец. Реально, если игрок захочет себе там как-то вот опыт прокачивать таким вот макаром, убивая мобов, да, вот там пачками, он, блядь, пойдет себе там в какую-то локацию, да, и будет как бы этим заниматься. А так оно получается, типа, как, знаете, типа, как в приказном порядке. Вот пойди и убей, блядь, там, 2 миллиона мобов, блядь. Вот. А, у меня вообще все нахуй повисло, короче, да. Когда отвисло, то меня уже убили. Охуенно тоже. То есть, да, чуть ли не в приказном порядке, получается, тебе говорят, вот пойди убей, там, 20 тысяч звероящеров, да. Вот. Хотя оно тебе нахуй не упало, да. И ты должен, блядь, перед тем, как драться с драконом, переебенить, блядь, хуево тучу этих звероящеров. Хотя это вообще неинтересно, абсолютно уныло, блядь, да. Ты уже заебался просто банально их убивать, но вот ты должен, вот никуда ты, блядь, не денешься, собирайся, блядь, и пиздуй этих звероящеров, блядь, ну, блядь, пиздец, ребята, ну какие же вы ебанутые, вот нахуя, блядь, я их уже переебашил не знаю сколько по дороге сюда, и там их еще даже не трое, походу, а четверо, прямо уже возле самого входа, блядь, стоит, ну, блядь, вот в чем смысл, блядь, ну, блядь, пиздец, ну нахуя их сюда так много совать, ну, блядь, ну, блядь. Мне кажется, у них какой-то комплекс просто, вот, блядь, комплекс неполноценности у разработчиков, и они вот, блядь, свою долбоебизну, блядь, да, компенсируют тем, что они на каждый квадратный метр пихают тебе, нахуй, 2 миллиона врагов, блядь, какой-то пиздец, реально. А это я еще и, прикиньте, это я еще и сохранился, блядь, где-то тут же. Ой, что они уже на меня сагрились. Кстати, вроде бы только двое бежит. А, может, я просто не сохранился, чуваки. Мне что-то так кажется, что мы просто не сохранились. Хотя, с другой стороны, вряд ли такое могло произойти, да, чтобы мы убили твоих звероящеров и не сохранились. Не-не, сохранились, да, это мы возле входа. Не, ну если сейчас двое, знаем, побежит, то можно как бы и подраться. О, да, бежит вроде бы как двое. Просто перестаньте, пожалуйста, по-педрильному заходить мне из-за спины, да, вот реально очень вас прошу, блядь. Потому что меня от этого дико бомбит, блядь, если честно. Ну вот как тут, блядь, нахуй не бомбить, а? Ну как тут не бомбить, когда ты дерешься с двумя педрилами, да, блядь, нахуй? Ну, блядь, пиздец. Ты шо вы, долбоёбы, блядь? Берут нахуй, блядь, ты с одним пиздишься, он ставит блоки, а второй тебе тупо, блядь, хуячит из-за спины, блядь, ну, блядь, пиздец, да? Копье не достает, потому что с хуярину будет доставать, да, блядь. Прикол с недостающим копьем, это вообще, это, знаете, как визитная карточка возвращения, блядь, нахуй. Это вот, блядь, вся уебочность в одном моменте тебе показывается, да, вот, блядь, вся уебочность модификации, блядь, да? То, что ты, блядь, себе мучишь двуручное оружие, мучишь, блядь, длиннющее копье, нахуй, которое, от которого толку, нахуй, вообще нету абсолютно. Потому что в этой игре, получается, тебя любой противник, блядь, с кинжалом, блядь, 15-сантиметровым, достанет тебя, блядь, на километровом расстоянии, но зато ты, блядь, со своим копьем размером в 3 метра хуй кого достанешь, блядь, из 10 сантиметров. То есть ты должен тупо вот в упор стоять к цели, и вот только тогда ты будешь кого-то доставать, да? Вот только если ты тупо будешь в упор стоять к цели, да, вот по-другому, блядь, ты этим копьем хуй кого достанешь, блядь. Ой-ой-ой-ой. И как тут может не бомбить, блядь, да, вот после такой вот хуйни. Так, ладно, давайте сохранимся, да.
Поспим сейчас на спальнике нашем. Я же и главный вопрос, вот нахера их сюда столько пихать? Вот повторюсь который раз. Вот реально, ну зачем было их столько сюда пихать? Блядь, где спальный мешок? Сука, хуй найдешь, блядь. Давай еще спи 5 часов, придурок. Вот этот прикол со сном, жаждой и с голодом тоже. Ну нахуя добавлять реализм в игру, где у тебя бесконечный инвентарь, блядь. И где, сука, блядь, ну вообще реализмом и не пахнет, да. Ну просто, ну смысл какой добавлять реализм в такую игру, я не понимаю, блядь, правда. Тем более, что и реализм такой весьма, блядь, специфический, нахуй. Блять, по-моему, их там еще трое, нахуй. Мы двоих ебанули, и их там, походу, еще трое стоит. Ну да, судя по всему, так и есть, смотрите. Бля, а каких там четверо, нахуй, да? Ты что, если бы их там трое только было, ну реально, это уныло было бы, да? А так четверо, нихуя себе, это ж куда интереснее, блядь. Я даже больше скажу, а вот если бы они тогда бы еще драконьих ящеров, блядь, пизданули бы за мисс звера ящеров, да? Вот это вообще было бы охуительно. Да, вот реально, вот если бы они еще за мизвера ящеров пизданули бы туда бы четверых бы драконьих ящеров, это вообще, блин, это было баллиссимо просто. Вот надо в предложку, да, в предложку, как бы, модификации кинуть там, вот захуящие вот тут вот, вот прям возле входа 50 драконьих ящеров, короче. И еще вот по верхам поставить орков-арбалетчиков, да, чтобы ты одновременно дрался с драконьими ящерами, а сверху тебя пидорасили орки-арбалетчики с своими стрелами. И, короче, как хочешь, так и ебись с ними, да, вот, это было бы вообще охуенно, блядь. Вот это, блядь, был бы геймплей, блядь, ебать, а. Ебать копать, нахуй, а. Ну что там? Нахуй ты прыгаешь, долбоёб, вот я стою, нахуй ты прыгаешь по скалам. Слава тебе, Господи, блядь. Так, а где третий звероящер? Мы же убили троих, а вот. Да, сердец. Кстати, сколько у нас сердец? Я просто хочу посмотреть, чисто для интереса. Потому что, блядь, даже интересно, сколько у нас сейчас сердец звероящеров. Блядь, 57, чуваки, мы уже лишние даже начали к отдубению. То есть, прикиньте, мы еще себе сможем ловкость на 2 поднять. Да, было бы еще хейно, чтобы мы 7500 золотых бы размутили бы еще, да. И смогли бы себе ловкость на 5 поднять еще за очки обучения, а потом еще на 2 зельем. И еще на 5 этим самым, как его, благодаря карме Инноса, да, это была бы вообще песня. Блять, неужели мы убили всех звероящеров по дороге к этому придурку? Это что-то невероятное. Давайте выпьем экстракт лечения. Ну, у нас 16 бутылок эликсиров чистой жизненной энергии, в принципе. Ну да, я думаю, что мы должны справиться. Какой у него запас здоровья отсюда видно? Тоже 50 тысяч, да? Так по запасу здоровья получается, что самый слабый дракон в натуре болотный, потому что он единственный, у кого было, по-моему, 25. А, да какой? У каменного, по-моему, было 40 тысяч, да? А у этого вообще 50, то есть он еще круче будет. Охереть. Кстати, я что-то думал, что, ну, именно вот так вот, типа, как в иерархии, то считается самым сильным каменный и ледяной, а походу... Самый крутой, что ли, огненный есть. Блять, 50 тысяч хп, это пиздец, чуваки, да? 50 тысяч хп, я ебу, блять. При этом он будет еще призывать всяких долбоебов, охуеть. Так, давайте посмотрим, как с ним вообще тут драться можно будет. Ну, в принципе, все не так плохо, кстати говоря, да, да. Насчет пространства я даже ошибался, то есть можно вот таким же макаром. То есть вот так вот перекатываешься, стреляешь. Точно так же, как мы того мочили, правильно? Да... Вот только проблема с суммонами. Он будет призывать же всяких долбоебов, да, вот этих вот големов. И вот здесь у нас реальная проблема. Потому что даже если вставать так, чтобы он на них дышал огнем, я же так понимаю, то что
это будут огненные элементали, и их огонь, наверное, коцать-то и не будет. То есть, она надо будет очень быстро их выносить, реально. Тут главная проблема, как можно быстрее вынести вот этих вот его элементалей, потому что, когда он их призывает, он нихуево лечится. То есть, там ему реально чуть ли не по 1000 хп в секунду, наверное, добавляет. То есть, ну, не, наверное, по 500 хп в секунду, наверное, вот около того. То есть, он должен очень быстро вынести этих элементалей, и в этом основная проблема, как бы. Да. Как бы вот такая вот хрень. Ну вообще да, вот вроде бы даже можно здесь вот стать его обстреливать. Он тут нас даже-то и не будет доставать толком. Но просто да, вижу эту прикол тупорывый, то что эти элементали телепортируются прямо к тебе. То есть, я же вот тоже пиздоватый прикол, кроме того, что тебе их надо вынести как можно быстрее, да, так еще и же говорю, блядь. Фишка в том, что еще и, блядь, вы поняли. Они прямо к тебе телепортируются. Если бы они возле него появлялись бы, да, то еще нормально. Так они прямо возле тебя, то есть... Это просто лютый пиздец. Ну ладно, давайте уже с ним хотя бы поговорим, по крайней мере. Поверить не могу, что еще находятся люди, готовые отдать свою жизнь за то, чтобы просто увидеть живого дракона. Я пришел не за тем, чтобы увидеть тебя. Боюсь, цели мои несколько более радикальны. Ты хочешь сказать, что готов вызвать меня на бой? Ха-ха! Я сломаю твою хлипкую шею. Не так быстро, дружок. Со мной глаз Иннаса. Ты не можешь сопротивляться моей воле? Отвечай на мои вопросы, иначе тебя ждет невыносимая агония. Тогда задавай свои глупые вопросы, пока еще можешь. Твоя сила долго не продлится. Кто ты? Меня зовут Феоматар. И это все, что ты узнаешь обо мне. Когда меня отпустят чары глаза, ты сгоришь в огне. У каждого дракона есть сокровищница, где он хранит свои сокровища. А где твоя сокровищница? В месте, которое будет недоступно для тебя, когда я освобожусь от уз глаза. Я храню свои сокровища высоко в этих горячих утесах, куда практически невозможно добраться такому бескрылому созданию вроде тебя. Как я могу победить вашего хозяина? Он всемогущ и практически неуязвим. Если у тебя хватит глупости встретиться с ним лично, ты умрешь медленной и мучительной смертью. Я уже не первый раз слышу подобное. Почти неуязвимый не означает, что я не могу убить его. Итак, говори, что я должен сделать? Чтобы противостоять моему хозяину, тебе понадобятся вещи, которые ты никогда не сможешь заполучить. И что это за вещи? Ты должен добыть лучшие доспехи, которые встречаются в вашем земном мире, и надеть их на себя. Тебе понадобится оружие, которое сделано только для тебя. Но самое сложное условие из всех – ты должен найти 5 спутников, которые готовы пойти за тобой на смерть. Тогда и только тогда ты можешь осмелиться встретиться с хозяином. Глаз потерял свою силу, и тебе не дожить до следующей зари. А, да, видите, у них еще дальний бой, как бы, то есть пиздец. Ну, хотя вот, пожалуйста. Надо чуть дальше отойти, наверное. Ага. Ну, в общем, что тут скажешь, ребята? Это возможно, да.
В принципе, после этого сражения я это почувствовал, что это возможно. То есть мы ему уже даже сейчас снесли там буквально до 47 тысяч хп. Я просто слишком близко к нему стал, да, вот в этом проблема. Надо было чуть подальше от него стать, получается. А так-то, в принципе, это возможно, повторюсь. Да. Но это будет очень напряжно, конечно, 50 тысяч хп. Ну, хотя, с другой стороны, у каменного было 40, то есть на 10 тысяч больше, на самом деле, это не так и много. То есть, да. Ну, в общем говоря, та же самая стратегия. Надо просто так становиться, чтобы он дышал огнем, получается, по ним, мочить быстренько их, а потом, да. Я же, в принципе, видите, у меня даже получилось сразу ему до 47 там чем-то снести хп. То есть, так потихоньку, полигоньку, да, оно будет получаться. Наверное, точно таким же макаром сделаем и это сражение. Наверное, тоже я ему снесу где-то до 20 тысяч. Ну, я там до 15, я не знаю, до 10 тех же самых, да. А потом уже, короче говоря, начну запись, потому что, ну, смысл, да, показывать мои фейлы, все эти смерти. Бомбить у меня уже особо не будет, потому что у меня на это уже особых сил нету. Полностью, если что, то, возможно, покажем сражение с демоном шахты и тем же Асгалором. Возможно, это не точно, потому что там у меня, наверное, будет бомбить, во всяком случае, все это предсказывают. Как бы вот, а тут я особого и смысла как бы не вижу, да. Ну, стратегия та же самая, что и с другими драконами. Я думаю, что мы, короче говоря, потянем. Но это уже будет, да, в следующем выпуске. Это, короче говоря, ребятки, так что давайте на этом, пожалуй, заканчивать. Я вам, как всегда, благодарен за просмотр, за подписки, за лайки. До новых встреч, пока.